Добрый день, друзья. Опять суббота, опять работа. Продолжаю делать гнезда. Вот одно практически сделал. Ну, только крышку верхнюю прикрутить. Ну и в этом тоже перегородки сделать и планками все закрыть. Хочу вам показать. Вот у меня куча пил. Пилы сейчас делают одноразовые. Вот. Отнес точить. Ну, мастерскую, они говорят. Вообще пилы эти не точатся. Вот это вот одну использую, тыкву режу. И, в общем, рабочая у меня всего одна пила. Вот эта. Старая дедовская, которую я все и пилю. И которую я могу сам наточить. И сделать разводку на ней. В общем, современные пилы ни к черту не годятся. В общем, мне осталось сейчас доделать вот эти гнезда, вернее, и пойду внутри в курятнике сетки установлю над лотками, потому что там курочки мне, конечно, ходят по этим лоткам, все пачкают, сами пачкаются, ну, насесты пачкают тоже неудобно. Нужно делать сетки. И хочу еще показать вам свою вредную курицу, которая, ну, кто смотрит мои ролики, знает. Вот она справа, вот эта темная, она у меня волосато-пестрая легорн, но она такая темная-темная. В клетке она у меня сидела 2 недели в карцере. В общем, нестись перестала. Ну, напомню, она 2 яйца там снесла в начале своего заключения. Сегодня к ней подхожу, к клетке, и спрашиваю у нее: любишь ли ты холодец куриный? Она говорит: не очень. Я говорю: а я люблю. У меня тем более там очень много лапок от бройлеров, спинки тоже от них же сохранились. Ну, в общем, она меня тут уговаривала ее оставить пока. Ну, дал ей шанс еще один. Петька топчет. Ой, у меня, знаете, такой соблазн есть собрать яйца от своих кур и посмотреть оплодотворяемость, как у меня петечки работают. Вот. А почему еще я эту курицу оставляю? Вы знаете, она неслась очень хорошо с самого начала. Она первая занеслась. Вот. И она, ну вот, неслась, я не знаю, просто я за ней наблюдал, ну, бывало, просто на моих глазах она неслась. Идет такая, раз, присела, яйцо положила и дальше пошла. То есть так легко это ей давалось. В принципе, без проблем. Некоторые тут квохчут, ходят. И долго несутся, а она легко. Ну, вот, поэтому я ее решил оставить. Ну, в общем, она сегодня тоже пыталась тут устраивать ссоры, задираться с курами. Но Петечка вот этот, красавец мой, на корню ее попытки пресекал все ее склоки с другими курочками. Молодец, уже такой опытный стал мальчик. И она вроде успокоилась, хотя вот здесь сидела с утра и не пускала никого в курятник. Курочки даже мне 2 на улице снеслись. Потому что она сидит здесь и, в общем, не дает им заходить. Ну, сегодня вот у меня видно там. Да. Пушкинцы все снеслись. 7 яиц. Ой, здесь, кстати, ну, эти полосатые пестрые легорны, которые здесь, вот у них 4 яйца. И мои старушки, вот эти вот старушечки мои, они тоже 4 яйца снесли. Ну все, ладно, пойду теперь продолжать работы дальше. Гнезда готовы. Вот так они выглядят. Теперь пойду сетку стелить под насестами.
Ну и пока поддонов нету, я просто линолеум сверху накрою, чтобы куры не загадили эти гнезда. Ну и сегодня, наверное, еще подстилку им там поменяю. Уже полтора месяца, по-моему, они там на этой подстилке. Не буду подсыпать, просто поменяю на сухую и все. Установил первую сетку, вернее, в первом вольере. Ну, в принципе, я думаю, ведь они здесь не будут все ходить. Только жердочка здесь, в принципе. Но вот по поддонам они ходят. И лапами грязными. Вот как загадили направляющие для сетки. Вот такая она черная. Но я сейчас попытаюсь это все отмыть, чтобы все-таки чище было. Ну, одна-две курицы ходят по поддонам и там что-то там клюют, помет свой. Но я думаю, здесь у них интереса не будет ходить по сетке особого. Поэтому не буду я поперечины ставить. Хотел из арматуры сделать поперечные еще планки для усиления. Ну, думаю, так оставлю. Ну, все, продолжаю остальное доделывать. И думаю, завтра сюда, наверное, я в этот вольер цыплят московский черный выпущу, которым сейчас полтора месяца. Все сетки установлены. Ну, дальше я, наверное, завтра буду все делать. Уже поздно. Завтра поменяю подстилку и занесу гнезда им. До завтра, друзья.